Текущий год для пожарной охраны Воткинска оказался напряженным. Количество пожаров превысило показатели прошлых лет. 9 ноября в Воткинске прошел обучающий семинар по пожарной безопасности для руководителей муниципальных учреждений. Мы попытаемся рассмотреть два масштабных направления, одно из которых – это организация профилактической работы с детьми. Второе направление – повышение уровня пожарной безопасности на указанных объектах. Сотрудники пожарной охраны озвучили печальную статистику. С начала года в Воткинске и Воткинском районе произошло 75 пожаров, в которых погибли 8 человек. Немало количество пожаров происходит и на нашей с вами земле. Неуклонно к концу года эти цифры растут и достигают 100 пожаров в год, травмируя до 15 человек и также допуская гибель на них 10-12 человек в год. На площадке перед дворцом была представлена современная техника. Сотрудники пожарно-спасательной части номер 14 подготовили для слушателей семинары презентации и выступления, а также выставку пожарной технической продукции. Мы в очередной раз призываем всех чаще, как можно чаще проводите профилактические беседы с детьми. Ни в коем случае не оставляйте в доступных местах спички, зажигалки. Не оставляйте детей одних без присмотра. Елизавета Парамонова, Виктория Матанцева, Валерий Колдомов, Воткинске.